Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня я с вами делюсь суперрецептом сочных котлет. Рекомендую, приготовьте. Вы много жарите котлет? Я много, потому что у меня все мясные. Готовьте с любовью, готовьте на здоровье и радуйте свою семью домашними сочными котлетками. Для сочных котлет нам нужны будут следующие продукты. 1 килограмм мяса я уже нарезала небольшими кусочками. Нужно обязательно пропустить через мясорубку. 300 граммов лука, 6 ломтиков хлеба, 150 миллилитров молока, 1 зубок чеснока, 2 столовые ложки майонеза. Майонез я готовлю сама. Кто меня давно смотрит, знает, что он готовится проще простого. Ссылочка будет под видео в описании. 1 столовая ложка сладкой паприки, соль, перец добавляем по вкусу. Ломтики хлеба заливаем молоком. Все ингредиенты пропускаем через мясорубку. И вперед с песней, поехали! Все продукты пропустили через мясорубку. Добавляем сладкую паприку, добавляем соль по вкусу. Я всегда солю на глаз. И добавляем черный молотый перец. И, конечно же, обязательно 2 столовые ложки майонеза. Сейчас будем руками вымешивать. Котлеты по этому рецепту получаются очень сочные и нежные. Вот приготовьте. Только обязательно соблюдайте пропорции мяса, лука, хлеба. Ну а теперь осталось нам только пожарить котлетки. Делайте их любой формы. Ну вот как-то у нас принято делать овальные. Быстренько обжариваем. Только есть еще небольшой секрет. Котлетки обязательно нужно накрывать крышкой. Продолжаем жарить котлетки. С этой порции получается 4 сковороды котлет. Переворачиваем. Они очень сочные и нежные, поэтому аккуратно переворачиваем. Вот такая гора котлет у меня получилась. Готовьте на здоровье. Разломаем котлетку. Очень вкусная, нежнейшая. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!